Дорогие друзья, всем привет, с вами я, Жора, и сегодня ко мне на обзор попала вот такая камера. Ее название Dominant S06. Давайте же посмотрим ее внешнюю оболочку, во что она запакована. Ну, впереди мы видим саму камеру, Dominant написано, 1800p съемка, и в ней присутствует Wi-Fi. Вот тут же написаны краткие характеристики. Здесь почему-то изображена камера SJ4000, пародия на GoPro. А это получается пародия на пародию. Так, на боковой стороне у нас нарисованы все аксессуары, которые идут вместе с камерой. Думаю, сейчас мы их рассмотрим. Что у нас с другого боку? Так, ну здесь у нас показана камера, как ее можно использовать. Вот. Так, сзади у нас характеристики. Если хотите прочитать, ставьте на паузу и смотрите, пожалуйста. Ладно. Давайте же все-таки откроем ее, что ли. Охо, тряпочка там уже виднеется. Так, ну, коробочку уберем, она нам не понадобится. Так, ну что нам сразу кидается в глаза? Наша камера в водонепроницаемом чехле. Вообще классно сделано, все качественно, мне нравится. Первый взгляд, очень классно, прикольно. Так, ладно, камера есть. Давайте посмотрим все содержимое. Кабель. Мини-USB, наверное, да, для зарядки. Раз. Обычная тряпочка. Так. Это у нас что? Это задняя панель. Запасная задняя панель, что ли? Чего? Ну-ка. Доставайся. Ну да, запасная задняя панель, если здесь поломается. Классно. Так, это отложим в сторонку. Так, ого. И пошли всякие непонятные крепления. Давайте я вам их... Развожу. О, вот зарядка. Так, стоять. Что-то я не понял. Ладно, сейчас. Интересно, что оно без упаковки поставляется, да? Все в пакетиках. Ладно. Ну-ка, смотрим дальше. Вот такое крепление. Офигеть, столько разных креплений, не поймешь для чего. Так, ну за это плюс, мне кажется, нужно поставить. Офигеть, столько аксессуаров. Пипец. За ту цену, за которую я купил весь этот набор и камеру, можно купить, наверное, один оригинальный чехол вот такой вот для GoPro. Так, ну вот, ладно, офигеть. Столько разных креплений. О, инструкция. Так, ребятки, надо это все собрать, потому что как-то в кадре не очень смотрится. Так, инструкцию сюда. Крепления все вот сюда, вот пакетик. Так, ну для меня, конечно, остается загадкой то, почему они не положили зарядку в пакетик. Ладно. Давайте посмотрим инструкцию. Видеокамера, экшн-камера, Dominant SO6. Блин, я все время говорю SO6, хотя здесь написано S06. Ну ладно. Так, что тут у нас характеристики малюсенькие. Угол обзора 170, HDMI вход, Full HD съемка, водонепроницаемость до 30 метров. И держит зарядку 1,5 часа. Нормально, нормально. Так, ну я думаю, тут стандартная инструкция. Вот написано, что должно быть в наборе. Ля-ля-ля. Так, вот сама камера. Давайте же откроем ее из этого чехла. О, нифига себе. Какая она офигенная. Wi-Fi Dominant. Блин, только пленочку нужно убрать. О, кто-то ляпал уже. Ну ладно. О, самый офигенный момент отклеивать пленочку. Давайте посмотрим, включится или нет. Так. Что-то загорелось. О, он включился. Вот, все работает.
Ребят, слушайте, у меня появилась такая идейка, здесь же есть Wi-Fi, правильно? Значит, ее можно подключить к планшету. Я скачал программу, давайте подключим камеру, по крайней мере, попытаемся. Посмотрим, как она у нас снимает. Так. Все, мы подключились к камере. О! Я даже могу... Ну-ка... Смотрите, как она снимает. Итак, ребят, я подвожу итоги. За свою цену камера вполне достойная. Всего лишь 2000, и аксессуаров вон сколько, вон. Целая куча. И снимает она Full HD в 60 FPS. Ну, ребятки, при 720p она снимает 60 FPS, ну, это классно. Подключается к Wi-Fi. Ну, и я не знаю, по 5-бальной шкале я ставлю 5 баллов. Всем советую приобрести. Ну, ребятки, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорых встреч, всем пока!